Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Мы в Испании», и сегодня я вам хочу показать продукты в французском магазине «Carrefour». Это у нас продукты Андалусии, разные колбасы. Давно мы не показывали никакого такого обзора. Вы видите цены. Андалусия – это у нас Малага, Марбелья и так далее. Там вот такие колбаски. Цены вы можете видеть сейчас. Стоимость. Выбор достаточно большой. Вот это тоже очень вкусные сабрасады. Такая национальная еда. Для тех, кто не знает. Очень вкусно. Мажется на хлебушек или на сухарик. Вот цена. Как всегда, дорогие друзья, хамоны у нас в нарезке. Акция 3 по цене 2. Разные колбаски, чориссо. Мы начали с мясных, можно сказать, с колбасных изделий. Не все это едят, но тем не менее. Вот так, такие. Вот это? А, это сальчичон экстра. 7,49. 500 грамм. Сабрасада мне тоже очень нравится, да? Вот она на хлебушек вот так намазывается. Пикантная, остренькая есть. А вот это сабрасады с Майорки, поскольку каждый регион чем-то славится в Испании. Испания, она не просто какая-то одноликая, безликая. Все, в каждом регионе есть что-то свое. Поэтому... Кодмиэль. Да, кодмиэль. Вот Алексей мне подсказывает, есть с медом. Это стоит 2,65, все 2,35. Цены на колбаску тоже вы можете видеть. И это что у нас за колбаса? 100% натуральная. Чориссо. Чориссо 2,73, да? 3 по цене 2. Без красителей, без лактозы, без глютена, без консервантов. Гласит вот эта вот надпись. Вкусненько. Угу. В общем, все достаточно в большом количестве, видите. Фуэтик. Фуэтик национальный такой. 2,49 за одну штучку, 13,83 за килограмм. 180 грамм такой фуэтик весит. А вот этот тоже 4,97. Два. Их два, да. Вот. Так что, вот так, дорогие друзья, начали сегодняшний обзор. Эти колбасы, которые производят. Где производят? Ну, в этом регионе, я так понял. Угу, Иберику. Цены вы видите. Думаю, что все перечислять нет необходимости. Кто говорит, что здесь нет сала? Сейчас сало мы посмотрим, но прежде посмотрите, какая красота. Мы уже каждый раз показываем Испанию без хамона, и это не Испания, друзья. Очень хорошие ножки. 59, 69. Супер цены сегодня в магазине. А, это у нас сало. Кто говорил, что в Испании нету сала? Что ты хочешь, Алексей? Ну, покажи. Я хочу сказать, что это колбасы давай, для давай. Пляжа. То есть это не снеки, не хорошо. Чипсы. То есть колбаса. Удобно упакованы колбаски, а это у нас сало. 5,95. С ножичком. Угу. То есть, например, на пикник, на пикник, поезд. Есть вот такое сальцо. То есть в Испании есть все, друзья. И сало тоже. Разные-разные хамоны. Выбор огромный. Цены вы видите. Кстати, для тех, кто любит суши, здесь есть вот такие наборчики сушевые. Суши, роллы, палочки, приправочки. Все, все, все. Можно тоже, кстати, взять с собой на пикник. Ну и плюс испанский суп гаспачо. Холодненький, овощной. 2,55 и 1,99 стоит супчик тоже с альморехо. Вот так вот. Так, это у нас регион Мурсия, да, все? Что вот это такое самое неприглядное? Свиньи. В общем, ни разу не пробовал. На любителя. Вот такие вот всякие сальчичоны. Вкусненько. Много нельзя есть, но иногда можно себя побаловать. А вот набор таких подарочных.
Да, 23,90 наборчики такие. Ну, овощи здесь совершенно есть разные. Морковочку мы купим. Морковка у нас стоит вот 89 центов, 500 грамм. Огурцы евро 0,5. 2,25 стоят баклажаны у нас. Вот еще тыковки. Угу. Ну вот, собственно говоря, грибы есть различные. 2,85 вот такие грибочки. Шампиньоны также есть. Вот такие тоже. Не знаю, что это за грибы. Но что-то очень интересное. Свеколка. Кукурузка, свеколка уже вареная и готовая. Можно натирать. Вот это, кстати, шпинат тоже очень полезный. Евро 68, евро 68. Шпинатик. Из него можно вкусное делать. А можно также добавлять салаты. Богат витамином С. Брокколи разные, разные. А, про орешки кто спрашивал. 5,39. Орешки грецкие. Ай, как вкусно. В корзинке, в такой красивой. Но здесь очень много полезного. Это пчелиная пыльца, цветочная пыльца, повышающая жизненный тонус в организме. Ну и разные мед. Разный мед. А вот это что такое? Что-то тоже, видимо, полезное. Кто знает, напишите, что вот это такое. Наверное, что-то полезное, что-то медовое. Рыбный отдельчик у нас впереди. Креветюли. В общем, выбор большой, показывать не буду, потому что не совсем удобно там. Дорогие друзья, вот здесь вот есть такие еще напитки. Испанские, это, наверное. Тинто де Верано называется. Тинто де Верано со вкусом лимона. Вот это безалкогольный, да? Такой виноградный напиток в виде вина. Безалкогольный. Нет, тут безалкогольный. Вот 0%. 1,5 литра. Евро 99. Ну, тоже, может быть, кому-то будет это интересно. Так как сейчас жарко, хочется пить. Иногда хочется что-то такое лимонадное. На пляжик и так далее. Ну, конечно, летом нужно пить воду. И чем больше, тем лучше. Цены вы тоже видите. Наличие воды вы видите. Она абсолютно разная. Тут, как говорится, кому что нравится. Испанцы вот такую рекомендуют. 0,87 за бутылочку 1,5-литровую. И вот это. Так что воды здесь достаточно большое количество. Вот с этой стороны еще есть водичка. И вот там. В общем, водное дело, они не пустуют. Вода есть в большом количестве. Цены вы видели. Даже с газиками есть. Так. Это у нас Астуриана. Молоко астурийское. Супер цена, опять-таки. 2,29. А объем какой? Ну, это 2,2 литра. За 2 литра, за 2,2 литра. Где-то по 900 грамм продают, по 950, а здесь по 2,2. Да, то есть вот такие вот. Ну, кстати говоря, из Астурии молоко считается очень хорошим. Это север Испании. Поэтому попробуйте. Удивительно, 88 центов. Подозрительная цена. Ладно, идем дальше. Скажи нам, Алексей, для тех, кто не бывал в Испании или не знает, что это у нас такое. Напиток. Это очень хороший напиток, орчата де чифа. А для чего он? Для родина из Валенсии, из специальных таких со орешков. Со вкусом смекты, да? Со вкусом смекты. Но нужно пить очень сильно охлажденную. Мне вообще кажется, что он со вкусом смекты. И я думаю, что он, наверное, полезен летом для пищеварения, для чего-нибудь такого. Но это мое личное мнение. Нет, может быть, потому такой. Что напоминает смекту. Я не знаю. Пишите. Кто знает, но тем не менее, вот почему-то ее летом, как говорится, продают. Вот там еще какие-то есть. Евро 74 за такую бутылочку. Вам не надо молоко? Ну, я просто, во всяком случае.
Вот йогуртики есть Активе. 3,99. Они с различными вкусами, кстати, так что, думаю, что они полезные. И стоят они €77 или 2,66. Или 3 по цене 2 за €77. Да, вот эти 3,99. Их здесь вот, кстати, достаточно много. Для деток здесь также есть разные всякие, типа растишки, йогуртики, греческий йогурт, вот такие, килограмм, 2,49, тоже. Вот такие вот сыры, которые называются кесо семикурадо. А почему ты их рекомендуешь? Они очень вкусные. Какая у него цена? 6,17 за кусочек. Ну вот может там подешевле, подороже. Ну, вот эти вот семикурады. Угу. Мне нравится, если можно взять, то попробовать. Ага, вот такие наборы пробные, 7,95. Здесь разные сыры, для того, чтобы изучить эти сыры и для того, чтобы понять, какой вкус вам нравится, приходите, покупаете и пробуйте. Вот эти очень вкусные, с ягодками. Ну, также всегда есть нарезки для аперитивов кубиками. Такие нарезки. Натертые сыры. Вот эти очень вкусные сыры. Это с абрикосом. Ой, с этим, с ананасом. С ананасом 7,35. Ну и вот здесь вот папайя. Видите, то есть разные сыры. Ну, акции, соответственно, есть. Покупаете 3 по цене 2. С плесенькой разные, с разными приправами, да? Да. Давай покажем. Прям чуть-чуть подогреть. Потом... Там, наверное, написано, как его готовить, приготавливать, употреблять. Так что вот, дорогие друзья, вот такие есть сырочки. Вот такой у нас 2,45. Тоже что-то очень интересное. Не все, конечно, мы пробовали. Яблоко, ананас. Не все мы пробовали, но то, что мы пробовали, нам, в принципе, все очень нравится. Выбор достаточно большой. Вот этот сыр очень хороший. Вот этот сыр очень хороший. Вот этот 7,99, Алексей говорит. А мне нравится еще вот такой, €90. Вот такие сырочки. Нежные, мягкие, вкусные. €90. Это вы покупаете 3 по цене 2, а так 2,85. Да, такой ароматный. Вот, дорогие друзья, сыры у нас здесь разные есть. Вот такой есть камембер за 4,25. Разные. Вот этот, да? Сколько он стоит? €90. Рекомендуем попробовать, не в качестве рекламы, а когда приедете в Испанию, попробовать вот этого дяденька. Есть молодой, старый и совсем почтенный. 7,95 стоит такое вино. Ну, а также вина есть совершенно разные, из разных регионов, разные по вкусу. Мы их рекламировать не будем, но так как Испания это все-таки еще и вино, паэлья, здесь много винограда, то это, конечно, вот присутствует в магазинах. Так что, дорогие друзья, показала вам немножечко цены в магазине. Сегодня у нас начало июля, 5 июля 2023 года, французский магазин Carrefour. Цены, конечно, на все я вам не стала показывать, но основные товары, думаю, вам были интересны и полезны. Давно мы не делали таких обзоров на своем канале. Так что всем удачи, добра, хорошего настроения. Увидимся вновь в следующих наших роликах. Все, пока-пока. И начало.